оппозиционные политики требовали выдворить известного телеведущего из страны за то, что ранее он в своих высказываниях якобы не признал территориальную целостность Грузии. 1 апреля журналист планировал отпраздновать день рождения. Вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег. Я приехал не говорить о политике, а на день рождения. Если вы меня извините. Я не собираюсь говорить о политике. Я вроде понятно говорю, нет? Да. Ну вот, хорошо. Вы знаете сейчас, какая политическая ситуация в Грузии? Не очень слежу за этим. Я специалист по Америке, а не по Грузии. Митингующие свистели и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы, по их словам, создать дискомфорт Познеру и его гостям. Им также удалось отключить электричество в здании гостиницы. Протестующие пожаловались в инспекцию труда на то, что отель-ресторан Познер и его гости нарушили действующий в Грузии комендантский час. Ресторан оштрафовали на 10 тысяч лари, а всех гостей на 2 тысячи лари. Это 600 долларов. Познер и его друзья покинули здание в окружении полицейского кордона. В итоге Владимир Познер покинул Грузию на 3 дня раньше намеченного срока. Ведущие вместе со своими гостями улетели сегодня рано утром.